Доброе утро, дорогие друзья! У нас сегодня такой снегопад, просто чудо! Это так приятно наблюдать, и я с вами поделюсь этим чудом, этим красивейшим природным явлением – снегопад. Красиво не могу. Вот такой прямо стеной снег идет, просто стеной. Видите, какая красота. Густой, красивый. Я сейчас поем и пойду под этот снег на прогулку. Какая красота! Видите, даже плохо видно, как в тумане, но это не туман, это вот такой вот снег у нас очень активно идет. Как красиво! Итак, мои дорогие, о том, как же сбросить все-таки вес. Скажу вам, с 20 ноября я не ем сахар, я не ем выпечку, я не ем хлеб. Сахар я заменила стевией. А хлеб я беру в диабетическом отделе. Нет, диабета у меня нет, но у меня сахар повышенный. Это называется преддиабет. И я решила подстраховаться. Как говорит Комаровский, у каждого десятого есть преддиабет, но он об этом не знает. Я узнала об этом и думаю, зачем мне, как этот говорит, ну зачем мне эти хлопоты? И вот вы знаете, результат есть. Вот уже почти 2 месяца, сегодня у нас 14 января. Ну вот через неделю будет 2 месяца, как я отказалась от всего этого. К сожалению, взвеситься мне не на чем. Но я и так скажу вам, минимум 3 килограмма я сбросила. Друзья, озеро замерзло. А как же уточки, куда они делись? Интересно, в домиках что ли сидят? Вот сплошной лед. Собака. Собак. Ты мой хороший. Да. Вот, хотела собачка со мной познакомиться. Такое славное. Да. Ну вот меня вопрос интересует, а куда же уточки-то делись? Прикольная. Пожалуйста, полностью замерзло озеро. Камыш. Зимний парк. У Магомаева в зимнем парке песенка про колесо. Чертовое колесо называется. Из 70-х. Она мне так нравилась. И сейчас нравится очень. Такая песня классная. Я лечу с тобой.
Я старомодна. Я люблю хорошие песни. А сейчас, друзья, лайфхак. Хочется посидеть немножечко. Каким образом? Ведь снег. Показываю. Так, сумочка. Открываю. Так, минуточку. Не все так просто. Открываю сумочку. Здесь найденные буквально полчаса назад веточки. И достаю вот такую веселую седлушечку. О, сколько она весит? Я думаю, грамм 30. 30, не 300, 30, думаю так. Я ее кладу сюда, и я на нее сяду, мои дорогие. Особо долго я не... Глаз зачесался. Особо долго я не собираюсь тут сидеть, но все-таки хочется, вот знаете, так, ножка на ножку и посидеть, вот полюбоваться вот этой красотой. Эх, жалко, кофе не взяла. А то бы мы с вами сейчас пивнули на природе, да по кофейку. Ну, в следующий раз попьем. Но жаль, конечно, надо было взять. Я не была уверена, что я пойду в парк. И еще один лайфхак. Вставая, не забудьте забрать с собой седлушку. А то бывает и так. Встал и пошел. И мы с Кирюшей на прогулке. Кирюша весело бежит по снегу. Учиться маленький такой. Смотрите, какие следы после него смешные остаются. Холодно, торопится. Да, холодно все-таки. Это же 7 градусов мороза, это не что-либо как. Красота какая. И себя немножко покажу вам. Рука мерзнет, знаете, девочки, так холодно держать смартфон. Эй, Кирюша, мы запутались за столбик, минуточку. Авария. Красивый зимний вечер, просто очень красивый. Сейчас Кирюша еще побегает немножко. И все, и домой, а то замерзнет. Малыш. Босиком пойти. Это очень красиво. Я просто обожаю такую погоду, девочки. Как же это красиво.
Просто красота. И у меня здесь тема оленей. А в общем, это моя поездка в Катовице. Вот так немножечко я развлеклась. Но было холодно, я немного замерзла. Но получила море удовольствий. Вот. Кто это к нам пришел? А? Кто ждет своей кашки с курочкой? Кирюша, малышечка. Кирюша. По кофейку. На этом я буду заканчивать видео сегодняшнее. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, чистого неба, хорошей погоды и хороших людей вокруг. Пока-пока!